С балансом что-то не так. Но хостел не я, так что... Пользуюсь тем, что досталось. Это француз, значит, этот. Но вот желтый, последний раз я с ним играл, он неплохо все сделал. Надежда есть. Очень небольшая. Айр, окей. Это я возьму, раз это айр. Хотя Маверик, наверное, соврал из-за своей тупости. Зачем вот это он? Это говно. Метки. Надо лететь, хреначить эту штуковину. Не затаргетил вовремя, к сожалению. Вот дерьмо. Это плохо. Странно, что не дропается. Обычно проблем с этим не бывало. Да что за... Это какая-то новая ерунда с патчем, что ли, новая? Блин, опять не затаргетил. Из-за этого. О-о-о. Вручную прокликивать, иначе будет все медленно происходить. А мне сейчас приток масульки нужен как-никак. Серьезный. Против кого я это тесто? Что-то не особо сообразительное похоже. Не успеваю даже дропаться, если честно.
Уверен, если у меня время дропнуться на это, там сразу-то туда не получится. О, транс. Надо вот скаут сюда положить, чтобы не был незаметно. Ава король. Ави. Музон, да, можно заказать. Поставлю в лобби-симуляторе. Тоже сложно высаживать верную точку. Вы видали как? Это большая удача, что я попал, на самом деле. Не часто удается так со второго раза. Где мой транс? А, о. Что-то он там летает слишком палевно, по-моему. Зенитка как раз. Вот же елка-палка. Сейчас не могу этого типа дать. Поздно пинганул уже. Так, транс меня лишили. МДшка там стоит. Отлично. Вот блин.
желтого вроде все в порядке, это прекрасно. Что так дорого? Ты клип включаешь за эти деньги? Нет, ну, если дорого, найдите другие варианты, которые вас устроят. Я же никого насильно не заставляю, кажется. Добрый вечер, Синий. Добрый вечер. О, отлично ударило. Это, по крайней мере, виллпауэр у них. У этого теста поменьше. Добрый вечер, надеюсь, будет по итогам этой игры. Ух ты, какой налом. Я не успею со стратом. Могу, конечно, ганшип сделать. Добрый вечер, уважаемый Си. Добрый вечер, уважаемый зритель. Ганшип, чтобы мехи поубивать, я думаю. Ну вот как так, а? Пролетает все прям... До моей базы, а? Порадуешь нас взрывом, Маверик? Если он соизволит, то, конечно. Тупой идиот уже пингует, что он тупой идиот. Ноль микрожа в его исполнении, да. Пошел подохнуть, как тупая скотина. В принципе, это похоже на этого идиота. Скот догадается флаг-то побыстрее к себе прислать или нет? Ну все, я спустил все возможности. А что мне сделать? Что он на меня пингует? Он же видит, что на моей базе.
Хорошо, что он это тесто слепое существо. Иначе бы плохо было. А с небольшим матом можно заказать трек. О, ладно. Тогда не потребуется. С небольшим матом нельзя. Только цензурная полностью. Никаких вот этих гачей. Ни грачей, ни врачей. Ну, сейчас там экспы пойдут, а у меня, у типа... Все Т2 мехи. Он, конечно, заснайпил одного, но, блин. Сами понимаете, к чему это ведет. К нашему уничтожению. Ну вот он сделал снайп, как он, да, и сказал. Он понял, что он, скорее всего, заснайпил нашу команду, нежели... О, успел выстрелить, это хорошо. Но там уже Т3-ген, поэтому это бессмысленно. Так оно еще и промазывало. Как Чапаев впереди войска на коне. Как идиот, я бы сказал. Идет суицидиться без причины. Там сейчас экс... Добрый вечер, Си. Добрый вечер. Ну вот... Непонятно, конечно. Там же знает, что фулшир. И грохнул все свои флаги при этом. Не знаю, смогу ли я выиграть АИР или нет. Сейчас точно еще не выиграл. Мне надо гриды наращивать. Так, мне надо 5 бомберов. Все, мне нужно... Инженера туда хотя бы одного отправить, чтоб строил там зенитки в качестве аэроподдержки. Хреново, вот сейчас они давят, и от АИРа много зависит. Этот все равно туда без флаков прется. Да что же за тип такой, а?
Я флаги построил, а дальше уж они сами. Они идут от флагов, тупые скоты. А, это француз, ну тогда все. Объясним. Ну ладно, фулшеры, так что их не особо жалко. Но я не могу постоянно сливать. Аир? Об них. Так, надо экспу этого проскаутить. Ну, естественно, ML. Только идиот бы не понял, что там ML. Я это написал? Хрен знает когда. О, в этом ML надо написать. Скатилась мартышка. Мартышка пытается что-то еще писать. Возможно. А что этот Маверик хочет? Интересный такой. Но он хочет, чтобы я против его противника с двойной базой выиграл АИР. При этом, чтобы переиграл своего противника. Он обычно спасибо, такого пара. Хочет, в то время, когда он идет суицидиться. Ну, это как правило, так он делает. Вот он убил бесполезного игрока. За место чего? Ой, там что-то стоит. Нехорошее. Виноват, Лол еще на тебя гонит. Ну уже... В реальности не рассчитывайте, что у Маверика появится рассудочная деятельность. Правда? Вот еще один идет.
Для него уже снайп подготовили. Он все равно идет вперед. Привет, Сид. Здравствуйте. Блин. Плохо, что через их дыру все пролетает. Но они уже там начали СМДшку делать. Это, скорее всего, это опрометчиво. А зачем ему идти назад? У нас еще не все подохли. Блин, прежде чем лететь надо. О, зашибись. Если сюда ударить, будет так нехилый бум-бум. Главное, чтобы не сбили. Да, ну там не в одном месте бабахнуло. Это хорошо. Правда, я Ир проиграл, а там сейчас это жук.
Срипер. Да, срипер. Ну что ж поделать. Ну, отлично. Ой, хорошо зашло. Блин. Так мало стратов, а столько пользы много. Я не знаю, боюсь туда лететь, если честно. Привет, Дима. Здравствуйте. Отлично, отлично. Чего ты взял, что они победили? Привет, Сик. Ну, мне хочется в это верить. Верить надо в лучшее, а не в худшее желательно. Класс, обожаю, когда ты страт не так всех накатываешь. Мне самому нравится. Ух ты ж, ёжик, а зачем это он сделал? Он кому не видит? Ну, он, конечно, не конёт этих. Я не против, но, блин. Их на паузу поставил, а не автотрин. Ага, верно. Он даже еще назад успел. Охренеть. Оставлю одного бомбера там. Ну все, там все подохло, короче. Может и не все. Ну что, идет вперед, суицидится? Ну ладно. Не стал дожидаться. Вот заметили, что без Маверика как-то легче пошло. Как по маслу.
него карбонки нет. У него всегда что-то не так, а? Заметили? То у него интеллекта нет, то карбонки, то еще чего-то. Вот он поехал сначала... Мои камни есть, а не у горы, которая находится. Ну, реально, не понимая такой логики. Надо всегда съедать сначала дальние камни. Это... Если мозгом, конечно, пользоваться. То можно прийти. Такому выводу. И он даже что, этот мех забирать поехал? Или мне кажется, что ты мне... Ну, поиграем на 5 мех, ладно. А у него пусть будет... Сколько? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, пусть и 15 возьмет, в принципе, да. Мало что бы не показалось. Ой-ой-ой, а кого это за страктят? Этого? Из клана Маверик. Не, вроде он не берет мех, так что... Я свои слова назад. На айре. Ну, не полуайр, полу... Ну да, наверное, айр. В принципе-то, можно сказать. Сид второй мид. Ой, фреш, какая тупая скотина! Я же ему пинганул безмозглому идиоту, куда... Реально интеллекта, что ли, нет? Охренеть просто. Ой, дерьмо, куда... К дроп... Блин, я такого не ожидал вообще. Что за хрень? Нормально у нас аирщики, ноль скаута послали. Норм, аирщик минус. Два апс на земле, кум забрал бесплатно. Thank you.
Штаком медленно прется. Кусок куска. Мехов у меня маловато, но может тут. Ой, блин, это тут проблема с IQ. Вы должны экономически выигрывать, так как у вас на 2 плато больше. Не должны. Можно еще сказать, что наш аирщик должен аир делать, но, блин. Если ты скажешь, что не обязательно, что так будет. О, все там нормально. Я просто боюсь дальше идти. Ничего не проскаучено. Не долетело, а аирщик так и не скажет. Хреново, конечно. О, кибронятина, молодец. Вообще топчик. Там скаут и делай, ты сказал, что ты наполовину аэр. Ты один скаут, по КД кидать не так здорово. Ну вот так и делайте. Окей. Ой. Ой-ой-ой-ой. Вас нет, придется их запаузить. Пусти.
Дима, какое разрешение графики у тебя в игре? 1200... Ой, ну стандартная Full HD, короче. Не помню, сколько там. А это просто как-то называется по-правильному-то. Как же эта хрень называется? Upscale, вроде так. Круто, спасибо. Надеюсь, наш аирчик в Т3 идет. Все вроде нормально у него. Все мехи взмахи. Мне все убивают. Ой. Да я б... Ну, там ты один, не так страшно. Все-таки жалко. Да, мне послал. А ублюдка? К сожалению, там радар не догадался сделать. Мало что можно тут. Поделать. О, фреш додумался Аир послать, когда у него был. Молодец. Это он сам, что ли? Он молодец, скауты делает. А где ком-то? Ком где? Вашу мать, где ком?
нахрен с ними. Идиотия какая-то происходит. Ком взял, улетел, что ли? Куда бы он делся, если бы не улетел? Привет, Сид. Здравствуйте. Я не понимаю, эта арта хоть куда-то попала? За все свое время существования. Ощущение, что вообще. Да он помер. А, помер? А как я мог просмотреть это? Блин, я. Реально он помер. Ну вот сколько IQ надо 1700-нику, чтобы ТМДшку сделать? Боже мой. Здравствуйте. Конченый идиот на Ире. Я не знаю, как это существо еще назвать. АСФ и есть мозга, чтобы их отправить? Нет. Я видел, ты вчера хорошо на дуалге сыграл. Надо сегодня сыграть с тобой и исправить это недоразумение. Это как получится. Я бы не сказал, что от меня прям уж так все зависит. Почему тут же остался? Постойте, а тут что, просто Люкер остался, что ли? Его продавить не могут? Я правильно вижу? Или у меня что-то со зрением не совсем? Делай нюку. Уф, делать нюку. Это уж совсем, по-моему. Вот гнида, мои мехи занимает, а я ему делаю еще ТМДшка, сволочь. Тупая. Мехи на плато взрыва. И ты на это не стоит. Блин, через всю карту улетей. Мразотва. Никто и не давит. Вот АПМ у него хватает, мои мехи, блин, занимать. Козлы, блин. Ну реально, блин, конченые вырожденцы. Через всю карту пролетел, у них аира в два раза больше. И вот все, что нужно, сбить эту хрень. Это просто мозг нужен. Конченые, ну это вы видите? Вы видите? Козлы. Драны.
мозг и немного антиэйров. А так хорошо все начиналось. Это рофу какой минус? Да. Не знаю, козл, короче. Я не знаю, как еще назвать этих сволочей. Что ты хочешь от меня? Ну тебе бомбанули 300 раз. Ну и что ты хочешь от меня? Спрашивает 1700-ник. Я что, на 1700 буду контролить АИР, что ли? Которого у меня в два раза больше. Так что ли? Блин, я вообще охреневаю от этих существ. Вот реально, вырожденцы конченые. Этот дебил стоит без мехов и пытается АИР строить. Да мех за ним, разота тупая, боже мой. А сколько же тупым надо быть? Без мехов перестраивает мехи. Скотина конченая. Нет, это только я недоволен? Или это теперь новый порядок вещей? Вот такая хренотень. Мех просто хочет починить. Ты, блин, на патруль даже, даже зомби ставят на патруль, АИР. А вот это существо не может. Оно даже хуже, чем зомби получается, так что ли? Ну реально, вот играют как конченые людоеды. Да при чем тут? Да вот то, что... Вот представьте, если бы это было в реальной жизни. У вас есть авиация в стране. Это, а вы ее просто не используете. Из-за этого гасят все ваши города. Вот что бы вы сказали такому ублюдочнику, который отвечает за это? Молодец, давай, еще меньше контроль. Так что ли? Я вообще не понимаю, если честно. Как такое вы можете считать нормальным? Зомби — это живые мертвецы, а он не живой. Расстрелять. Мне говорили, что сажать на кол приятней. С точки зрения наказания. Горе-горе ясно, чтобы не погасло. Спасибо, Слипер. Так нет, мне еще вот убивают эти вопросы, когда они спрашивают, а что ты от меня хочешь? Ну блин, ну вот... Это вообще аут какой. Может, чтобы он не занимал мои мехи хотя бы? Для начала. Сейчас Сид затащит, что ему напрягаться. Они просто отдали эти базы, я правильно понял? Мы убили, вот я и Ситонер убили этого хреновщика? Ты представь себе технологию самого процесса сожжения. Опыт нужен, чтобы не убить сразу легче пристрелить. Вот реально, мы же убили этот сайт, а они просто отдали. Это все потому, что Вена вышел. Причем Твена-то вообще? Он нужен.
Кстати, Сид, планируешь еще в «Кости Юрия» сниматься? Это не от меня зависит. Да. Майкл. Полечу сам скаутить, им посрать, по-моему. Делайте телефон на Дмитра и конец мучения. Мучение, когда возможно. Тарта хоть куда-то попадет когда-нибудь. Может, ты на горе построите заснайпить? Ну, как это сделать, алло? Люкер обидится. Да Люкер вообще посрать. Застрой все плато, Антон. Ну, меня хочет бомбить. Вот стопудово. Сейчас вот посмотрю, мои аирщики шевельнутся или нет, когда это начнет происходить. Когда последний скаут вражеской базы был? Несколько секунд назад, но там экспа почти готова. А, уже идет. Но хоть кто-то решил страту убить. Молодец. А этот кричит: нет, не убивайте страты. Нас еще не заснайпили. Подождите.
что... А, ладно, я уж испугался. Он щит убивает. Просто это... Команда просто КЛС. Да, когда контроль. Тут не пробивая, ну. Этот бункер тогда выйдет, может. Он пробьется. Хрень какая-то, реально, что-то не пробивается. Вроде уже... Завод для разведки это сделал. Нюк нету, не видно. Там еще один паук делается. Серому все в жопу расстреляли. Он решил на флаг не остановиться. Если это так выглядит тачерство. О, нас не дали, сейчас жить буду, действительно. Этот фреш зомби, как обычно, не летит ни хрена. Сделай периметр на плато. Ну, Т3 кибранский обзор. Ну я понял, он дорого, правда, это же. Энергия. Желтый так АИР не повел. Вообще, реально, зомбак. 1700, вот не верю просто это. Как можно 1700 рита не контролировать?